Когда в детстве в моем дневнике учителя писали: «Ваш сын очень любит девочек, пожалуйста, примите меры». В ответ моя мама на это писала: «Здравствуйте, его отец тоже. Если вы найдете решение, пожалуйста, вызовите меня в школу». На пляже лежит, загорает девушка. Мимо проходит грузин, останавливается, смотрит и говорит: «Девушка, у вас на попе муха сидит». Девушка ноль внимания. Он снова: «Девушка, у вас на попе муха сидит». Девушка не выдержала, поворачивается и говорит: «Опять? Он нет, просто сидит». Вот знаете, кто бы что ни говорил, а погода, она все равно женского рода, не зря. Утром жарко, вечером холодно, что хочет, то и творит. Баба все-таки.